Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с несколькими изданиями на тему «Семья в исламе». Первое издание – это книга на русском языке от издательства «Умма», автор Эльмир Кулиев «Семья в исламе». Эта книга имеет хороший качественный переплет, твердая обложка, хорошая качественная бумага, белая, плотная. На полях вынесены различные понятия, их объяснения, выделены цветом. Книга содержит в себе ценный материал на различные темы, касаемые семьи, отношений. И я могу сказать, что она будет полезна не только мусульманам, но и людям, которые знакомятся с исламом. Данная книга может стать настольной книгой. И я думаю, каждый в ней может найти, что почерпнуть для себя, для своих взаимоотношений, для тех, кто собирается выйти замуж или жениться, или те, кто только вступил в брак. Даже некоторые вопросы могут помочь и тем, кто уже довольно долго в браке. Следующее издание – это две небольших книжицы на английском языке. «Идеальная жена» и «Идеальный муж». А в данных пособиях раскрываются также важные темы. Например, для чего мы вступаем в брак, как выбрать партнера, рассказывается про искренность и доверие, понимание своего мужа, про лидерство в семье, послушание, про дом, атмосферу в семье, даются советы семье и как найти взаимопонимание, общение между мужем и женой, как решать совместно проблемы различные, как искать знания, получать образование, вопросы, связанные с деньгами, интимные взаимоотношения, друзья, социальная жизнь, многоженство и многое-многое другое. Очень полезные книги. На этом все. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.